Здесь мы поставим большой диван напротив телевизора. О своей квартире всегда мечтала молодой врач Анна Демина. И вот все сбылось. Общая площадь 57 квадратов, две комнаты, просторная кухня. Осталось и сделать ремонт. Она большая, просторная. Окна выходят на две стороны. Там можно смотреть рассвет, там можно смотреть закат. Все, как я хотела. После учебы в университете и практики в больницах Перми Анна решила вернуться работать на родину в Березовку. За это получила подъемное, на которое и купила квартиру. Жилье есть, работа нравится. Работы много. Опыт получается бесценный. Мы каждый месяц перевыполняем план на 40-30%. То есть пациентов большой поток идет. С этого года начала действовать региональная программа «Медицинские кадры Прикамья». Врачи и фельдшеры, переезжая в муниципалитеты с населением менее 50 тысяч человек, получают дополнительные деньги. Региональная выплата в 2 миллиона рублей предназначена для того, чтобы помочь молодым специалистам закрепиться в сельской местности и надолго остаться здесь работать. Она выплачивается плюсом к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Вместе с федеральными деньгами общая единоразовая безвозмездная выплата составляет 3,5 миллиона рублей. Инициатором региональной поддержки выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Задача краевых властей – снизить дефицит медицинских кадров на селе. Сейчас большая работа проводится системная в части реализации в регионе программы «Кадры для медицины». То есть он состоит из множества мероприятий. Реализуем в этом году программу по выделению в территориях, где самая сложная ситуация с кадровым обеспечением. Всего получить региональную выплату в этом году смогут до 50 врачей и фельдшеров. Конечно, устроиться намного проще. На селе привлечь врача, заинтересовать чем-то и увлечь чем-то. Проблема действительно есть и серьезная. Поэтому одна из решений вопроса как раз участие в этих программах. А это Кунгурский округ. Фельдшер Инна Суфеева после переезда получила муниципальную квартиру в Ленске. В ближайшее время планирует купить свою на региональную выплату. Мне здесь все очень нравится. Ни разу не пожалела. Население очень доброе, все приветливые. А Анна Демина хочет до конца года закончить ремонт и купить мебель подъемных. На это хватит с лихвой. Дмитрий Буланов, Александр Неверов, Вести, Пермь.